Всем привет на канале, я сегодня решил нарисовать рыбку Немо, поэтому повторяйте эти видео для того, чтобы рисовать пошагово или поэтапно вместе, я рисую, вы повторяйте за мной. Вот, начнем мы как всегда с глаз. Также вы можете использовать какие-то крышечки, чтобы глаз был ровнее, хотя в некоторых рисунках нужно глаз вытягивать и расширять. Но если круглый глаз нужен, то лучше использовать, конечно, какую-то крышечку, и тогда она будет быстрее и ровнее. Рисуем глаз в глазе. Закрашиваем зрачки. Так, дальше можно нарисовать улыбку. Таким вот образом. Дальше идем так. Вверху так, вот таким вот образом здесь мы будем делать белые полосы, потому что Немо рыбка у нас полосатая. Таким вот образом. Дальше нарисуем ласты. Вот здесь у нас черный. И здесь. То есть у нас идет черный, белый и дальше уже смотрится. Здесь соединяем, но вот эта часть получается должна быть черная. То есть мы делаем еще одну полосу. Закрашиваем черным. Также здесь. Тут у нас идет гребень, значит, белая полоса и черная полоса. По-моему, так. Ну, это, по-моему, у нас тоже полоса идет черная.
и здесь добавляем полосочку. И здесь у нас черный. Да, вот все черное, еще, по-моему, это черное полосочка. Вот такой вот нам у нас получился. Вы подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк обязательно, если видео вам понравилось. Всем пока!